Приветствую всех, кто на моем канале. Меня зовут Наталья Лим, и сегодня я готовлю салат «Цезарь». Для приготовления этого салата нам понадобится кальмар отварной. Я его предварительно почистила, обдала кипятком, почистила, отварила в подсоленной воде буквально 3 минуты. И после того, как он остыл, порезала кольцами. Креветки. Хвостики я также почистила и обжарила на сливочном масле. Перепелиные яйца, листья салата, помидоры черри, багет, сыр пармезан, красный сладкий перец паприка, чеснок, соль, сметана нам понадобится для соуса, зелень укропчик. И вот так вот в растительное масло я порезала 3 зубчика чеснока. 15 минут это у меня постоит. И потом, убрав отсюда чеснок, на вот этом растительном масле я буду обжаривать багет, порезанный кубиками. Салат «Цезарь» у меня сегодня с морепродуктами. Также его можно готовить с курицей, как бы как угодно. Но у меня сегодня с морепродуктами. Багет нарезаю кубиком среднего размера. Значит, теперь на разогретую сковородку, как я и говорила, я наливаю растительное масло, но стараюсь, чтобы сам чеснок практически не попадал. Хотя, если он даже немножечко попадет, ничего страшного. Когда хлебушек багет наш пропахнет этими ароматами чесночными, он не испортит. Будет очень приятный такой запах, вкус. Красивая корочка образуется. Так. И сюда отправляем багет, обжариваем до золотистой, красивой румяной корочки. Немножко нацежу. Очень приятный аромат дает чеснок. Так обжариваем таким образом, чтобы был красивый золотистый румяный цвет. Вот такой румяный красивый багет у нас должен получиться. Я сейчас оставлю его на сковороде, чтобы он еще немного дорумянился. Дальше я приготовлю соус, которым буду поливать салат. Значит, в сметану добавим свеженарезанный укроп. В соус в этот можно еще в сметану добавить майонез. Но я решила этого не делать, у меня будет только сметана. Добавляем сюда свежий укроп. На чеснокодавку выдавливаю 3 зубчика чеснока.
И сюда же добавляю красный перец, сладкий паприка. И да, конечно же, обязательно соль. И будем пробовать по вкусу. Соли на ваш вкус. Кто как любит. Кто-то любит посоленее. Мы предпочитаем все недосоленное. Тщательно перемешиваем, и соус готов. Вот этим соусом мы будем поливать наш салат. Перепелиные яйца режем пополам, предварительно, конечно, сварив их вкрутую. Помидоры черри тоже режем пополам. И теперь собираем наш салат в единую композицию. Листья салата я просто рву руками. Так. Можете порезать, каждый делает по-своему. Нарвали листья салата. Дальше морепродукты. Кальмар. Креветки. Дальше поливаем все соусом. Затем у нас отправляются сюда перепелиные яйца. Просто устраиваем такой творческий беспорядок. Дальше жареный наш багет, сухарики. Так. Помидоры черри. Еще раз поливаем соусом.
Так. И сверху на мелкую терку трем сыр пармезан. Вот такая красота. Салат «Цезарь» с морями продуктами готов. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр!